восточной части Алеппо, судя по всему, потеряли возможность эффективно обороняться. Бойцы сирийской армии продвигаются вперед, вглубь района, который контролируют радикалы. Причем скорость продвижения крайне высокая. Уже штурмовые отряды освободили 5 крупных кварталов. Это более 2000 зданий. Первый подобный успех за последние несколько месяцев. При этом мирные жители бегут из зоны боевых действий. Террористы потеряли возможность блокировать попытки гражданских выйти на территорию, которую контролируют правительственные силы. Судя по всему, в ближайшее время бойцы сирийской армии смогут освободить северную столицу страны. В эфире «Война» – программа о том, как устроены современные конфликты. О войнах, которые уже закончились, идут сейчас или скоро начнутся. Я военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Здравствуйте. Наша съемочная группа продолжает следить за тем, как развивается ситуация в Алеппо. В ближайшие 10 минут все подробности. Система обороны боевиков сломлена, причем об этом говорят не только военные успехи правительственных сил. Мирные жители начали бежать массово, а это значит, что террористы более не могут полностью контролировать линию фронта. В субботу и воскресенье начались массовые побеги. 150, 200, 300 человек. Всего только за сутки более 1000 жителей восточной части Алеппо смогли выйти из зоны боевых действий. Причем процесс этот уже стихийный. Люди, несмотря на страх перед боевиками, пересекают линию фронта и направляются в центр приема беженцев. Там ожидать освобождения восточных кварталов. Самый большой поток на северо-востоке города. Еще неделю назад люди выходили небольшими группами и говорили, что страх перед исламистами не дает большинству желающих бежать. Но с каждой новой группой, которой удавалось покинуть восточную часть Алеппо, все больше мирных жителей решались на побег. Вот как это было. Люди вновь бегут ночью, и опять каждый шаг может закончиться трагедией. Боевики находятся на позициях буквально в 50 метрах от мирных жителей, которые хотят покинуть восточную часть Алеппо. Это уже третья подобная операция. Мирные жители, которых боевики не выпускают из восточных кварталов, обращаются за помощью к сотрудникам русской гуманитарной миссии. Совместно с офицерами Российского центра примирения враждующих сторон, сирийскими военными и христианским ополчением Алеппо, российская гуманитарная организация помогает гражданским бежать. Первой группе удалось преодолеть расстояние в 0,5 километра. Сейчас сирийские военные вводят людей в безопасную зону. Если бы мы не выжили, мы бы просто умерли от голода. У боевиков там свое телевидение, и там постоянно показывают сюжеты, что есть еда, что все довольны, но это все вранье. Каждому герою сюжета платят по 2500 сирийских лир, чтобы врали, что все нормально, и боевики якобы помогают, но это ложь. Все голодные, кроме террористов и членов их семей. Когда мы узнали, что открыто 9 гуманитарных коридоров, люди все собрались, кто на транспорте, кто пешком, но по людям террористы открыли огонь. Больше всего стреляли в районах Салахадин и Фардас. Людей убили, и теперь вот целый район боевики наказали. В Фардасе не дают хлеб, кормят только тех, кто воюет. Каждый раз новое место выхода ведет группу по телефону командир ополчения, объясняет, как максимально безопасно пройти рядом с позициями боевиков. Сейчас аккуратно пойдете дальше, потом уйдете чуть правее там канала, и боевики вас не заметят. Вам осталось всего 400 метров, и мы вас встретим. Главное, не шумите. На этих кадрах видно, насколько тяжело людям дается каждый метр пути. Они даже не идут, ползут по дороге, переносят на руках детей. Уже здесь, в относительной безопасности, они все говорят примерно одно и то же. Долго решались на то, чтобы вот так бежать ночью. Потом поняли, что если будем ждать дальше, умрем от голода. Террористы не дают еду людям, которые не воюют против армии. Во всех отрядах есть представители фронта Аль-Нусра. Всего за неделю в ходе таких операций из восточной части Алеппо вышло 44 человека. Пытались бежать несколько тысяч мирных жителей. Но радикалы используют жесткие методы для того, чтобы не лишиться живого щита.
В заложниках в Восточном Алеппо около 100 тысяч человек. Но, судя по всему, успешное наступление правительственных сил, отсутствие продовольствия у боевиков сыграли значительную роль. Мирные жители начали бежать, несмотря на угрозы и аресты. Положение боевиков с каждым днем становится все хуже. И террористы лишаются живого щита, которым успешно пользовались несколько лет. По сути, большая часть жителей восточной части Алеппо – заложники боевиков. При этом, по информации сирийских военных, небольшие отряды уже готовы прекратить противостояние. Но радикалы из террористической группировки «Фронт Аль-Нусра» продолжают оказывать давление на более слабые группировки, хотя и сами уже не в состоянии обороняться. Сирийские военные продолжают наступление на восточные кварталы. На неделе стало известно, что эксперты российского оборонного ведомства обнаружили доказательства использования боевиками химического оружия. В районе деревни Маре-Тумхауш была найдена неразорвавшаяся мина. Эксперты извлекли кустарный боеприпас и выяснили, что он начинен отравляющим веществом. Экспресс-тест провели на месте. Боевики нанесли удар по мирным жителям еще 16 сентября. Тогда более 40 человек пострадали. Факты задокументированы. Упала ракета со стороны террористов ИГИЛ. Я думала, это обычная бомба. Зашла прибраться. Из снаряда что-то вытекло. Я помыла и выбросила его на улицу. А через несколько минут у меня закружилась голова и началась рвота. Все собранные доказательства использования иприта российские военные передали в национальный орган Сирии по осуществлению конвенции организации по запрещению химоружия. Теперь здесь опасаются, что боевики из восточной части Алеппо могут ударить по жилым кварталам города снарядами с отравляющими веществами. Терять радикалам уже нечего. При этом в освобожденных от боевиков районах Алеппо уже сформирована гражданская администрация. Силы полиции обеспечивают безопасность. Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон направили в районы гуманитарную помощь. В эфире была «Война», программа о том, как устроены современные конфликты. Я Евгений Поддубный, оператор Юрий Марченко, оператор аэросъемки Александр Пушин. В Москве для вас работают режиссер Кирилл Быков и продюсер Екатерина Щербакова. Мы продолжаем следить за тем, как развивается ситуация в Алеппо. И, возможно, уже в ближайшее время сирийская армия закончит операцию в городе, закончит победой. Обсуждать программу можем в Твиттере. Увидимся через неделю. Мирного неба вам. До встречи.